2023 году в губернаторскую программу комплексного благоустройства дворовых территорий было включено 28 объектов округа, из них 9 в теруправлении Одинцово. Общая площадь ремонта составляет 104 тысячи квадратных метров. О планах региона в сфере благоустройства сотрудникам Баковского клуба рассказал депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Александр Гусев. Встреча прошла в рамках реализации проекта «Городская среда» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен».